Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi 14C, и сегодня мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Нажимаем на стрелочку. Далее выбираем язык. Нажимаем на стрелочку. Выбираем регион. Нажимаем дальше. Здесь можем ознакомиться с условиями использования, политикой конфиденциальности. Ставим галочку, нажимаем «Далее». Здесь мы можем вставить сим-карту, можем пропустить этот шаг и можем подключиться к сети Wi-Fi. Для этого мы выбираем сеть и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Тут мы можем скопировать приложение и данные со старого устройства, но я нажму «Не копировать». И можем войти в Google аккаунт. Для этого вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И вводим пароль. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее» и принимаю. И нажимаем «Принять». И нажимаем «Далее». И выбираем браузер. Нажимаем «Использовать по умолчанию». И выбираем поисковую систему, нажимаем «Использовать по умолчанию». Далее можем установить защиту, настроить защиту устройства. Я выбираю пароль, выбираю графический ключ. Нажимаю «Понятно». И ввожу, придумываю пароль один и второй. И ввожу его второй раз. Нажимаем «Продолжить». Здесь можем настроить ассистента. Нажимаем «Подтверждаю согласие». Нажимаем «Принимаю». И теперь нам нужно прочитать вот здесь фразу. «Окей, Google, какая завтра погода?» «Окей, Google, установи таймер на 5 минут». «Хей, Google, позвони». «Хей, Google, позвони». «Хей, Гугл, напоминай мне поливать цветы каждый понедельник». И нажимаем «Подтверждаю согласие». Тут мы можем настроить Google Pay. Я не буду этого делать, но вы можете нажать «Далее» и ввести все, что нужно. Также мы можем добавить еще один аккаунт, настроить отображение текста, обои. Я нажимаю «Нет, спасибо». И нажимаем «Далее». И далее. Здесь мы можем настроить шрифт, нажимаем на стрелочку. Нажимаем «Принять» или «Пропустить». Далее выбираем стиль рабочего стола. Нажимаем на стрелочку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.